Всемирно известный французский социолог, антрополог и романист Роберт Стивен Бриффо сказал однажды: «Знание – это наилучший подарок, сделанный исламской цивилизацией современному миру». И это действительно было так. Ученые-мусульмане внимательно изучали научное наследие живших до них цивилизаций, записывая и сохраняя собственные открытия, стараясь передать их для последующих поколений. Мухаммад бин Ибрахим аль-Фазари был одним из таких ученых. Живший в 8 веке аль-Фазари был философом, математиком, астрономом. Его семья, переселившаяся в Куфе, происходила из древнего арабского рода Фазара. Поэтому в его имени имелась приставка «Аль-Фазари». Аль-Фазари принимал активное участие в строительстве столицы аббасидского халифата Багдада. Также Аль-Фазари занимался переводом научных трудов, собранных в Багдаде по велению халифов, с целью изучения и применения этих знаний на практике. Аль-Фазари принято считать одним из первых мусульманских астрономов. Он сыграл важную роль в применении научного наследия индийских астрономов мусульманскими учеными. Он перевел с санскрита на арабский язык трактат Махасидханата, дав этому труду название «Сиджву Синд Хинд». Этот труд широко использовался до X века на востоке исламского мира, а в Андалузии вплоть до XII века. Исследовательская работа Аль-Фазари, нашедшая отражение в данной книге, стала первым научно-фундаментальным трудом в области астрономии. Символизируя собой первый шаг на этом бесконечно долгом, тернистом пути исследований и познаний, Фазари стал первым астрономом, наблюдавшим за Луной и изучавшим движение этого небесного тела. Он изобрел простые инструменты для изучения небесных тел, получившим впоследствии широкую популярность. Астролябия, изобретенная его отцом и доработанная им, стала наиболее важным инструментом. Впервые схожий с астролябией инструмент был использован в Древней Греции, упоминание о котором уходит к 240 году до нашей эры. Однако Фазари был первым ученым, расписавшим все технические возможности и особенности астролябии. Астролябия широко использовалась мусульманскими исследователями. Позже она попала в Европу и была незаменимым прибором для изучения небесных тел и инструментом для математических вычислений вплоть до 19 столетия. Астролябия – прибор для измерения горизонтальных углов и определения широты и долготы небесных тел. Одновременно этот прибор является аналогом вычислительной машинки, при помощи которой намного упрощаются сложные и длительные вычисления. Также с помощью астролябии можно поминутно наблюдать за движением Солнца. Подобный инструмент был очень важным открытием для правильного и точного определения времени для совершения поклонения. Благодаря тому, что ученые-мусульмане наряду с научными исследованиями не забывали о религиозных предписаниях, астролябия постоянно совершенствовалась, а с ее помощью определялось наступление времени для совершения того или иного намаза. Конечно же, астролябия, изобретенная Аль-Фазари, не была столь совершенной, каковы были ее последующие модели. Однако этот прибор свидетельствовал об огромном интеллектуальном потенциале Аль-Фазари как ученого и изобретателя. Ислам, призывавший людей стремиться к знаниям, был тем самым мотиватором для Аль-Фазари и ему подобным ученым, благодаря которым им покорялись все новые и новые вершины, казавшиеся ранее недостижимыми.